Сейчас мы с вами приготовим блинчики. Для этого нам понадобится 3 яйца. Яйца взбиваем миксером в устойчивую пену. Сейчас мы добавляем стакан молока. Всего нам их понадобится 3. И сразу же добавляем щепотку соли и 3 столовых ложки сахара. И все это взбиваем миксером. Полученную смесь добавляем постепенно 1,5 стакана муки. Дальше добавляем оставшиеся 2 стакана молока и 3 столовых ложки растительного масла. Хорошенько все забиваем. Жарим блины на раскаленной сковородке. Коронный номер. Отличные блины получились.